Давай взглянем на номерочек новый. Какие-то вещи. Понимаешь. Я тебе скажу, он получше, чем. Да, это намного лучше выглядит. Ну. Так, друзья, вот такой отельчик. Сейчас покажу вам номер. Значит, такой номерок. Так, две кровати стоят. Телефон стоит. Ну, телефон чисто для вызывать этих. Стоит сейф, если есть, хранить бриллианты. Так, здесь какие-то чайники даже стоят. Вот. Да, сейчас главное, чтобы вентилятор точно не отвалился. Не отключается? Сумасшедший вентилятор. Если бы он был бы нужен, он бы точно бы здесь не работал бы. Это 100%. Вообще не выключается. Ага, все нормально. Смотри, у нас уже есть чайничек. Все нормально. Так. В общем, друзья, телевизор. Сейчас давай-ка проверим. Телевизор работает. Это очень супер. Супер для тех, кто смотрит телевизор, конечно. Для меня лично это никакого значения не имеет, но сам факт. Интересно, просто работает канал или не работает. О, вообще сильнейший канал. Так. В общем, будем предполагать, что телевизор типа работает. Потому что что-то он показывает. Правда, один канал у нас, вот я так понимаю. А, нет, вот еще есть CNN. О, все нормально. В общем, телевизор работает. Так, что у нас? Вот, в общем, есть стол такой кухонный. Как бы заходишь, сразу такой идет кухонный стол. Стульчики идут, очень даже все красиво, мило выглядит. Есть холодильник. Есть такая вот плита, которая, скорее всего, должна, возможно, работать. Просто дело в том, что в этом отеле, в котором мы сейчас находимся, вообще не надо удивляться, если что-то не работает. Здесь все жалуются, все приходят, это не работает, то не работает. То есть постоянно такие проблемы. Так, как же он включается? Или он не включен? Сейчас, секунду. Проверим. В общем, не знаю, как он включается. Но будем считать, что он типа работает. Включился? Ага, все, включился. Вот здесь вот он включается. Вот, все нормально, работает. Так, есть вот эта духовочка, есть вода. Горячая должна быть. Обязательно надо проверить. Типа кухня такая. Вот такая вот комната одна. И дальше идет ванна. Здесь тоже водичка вроде бы идет. Ну, ванна чистая. Видишь, вот один отель, а номера какие разные могут быть. Вот этот вообще, ну если так сравнивать, конечно, чистый номер. Другой был просто ужасно убитый, разбитый, грязный. Ничего в нем не работало, в том числе и вот этот бачок. Поэтому здесь все ходят, эти номера меняют. Такие вот вещи происходят здесь. Сейчас проверим, как она работает. Так, мы видим вот такой вот, вот такая вот струя воды здесь идет. Очень интересно, видишь. Но горячая вода идет, даже кипяток. Тут самое интересное еще что, тут кипяток, сложно регулировать эти два крана, в том плане, что ты их можешь крутить. Но пока ты настроишь вот эту воду, то есть маленькая, скажем так, перекрутка, и все, уже кипяток льется. И также холодно льется. Это я сейчас говорю про другой номер, который в этом же отеле. Здесь, я так понимаю, такая же тема, потому что сразу пошел кипяток. Так, ну и все. Его дела. Что, друзья, пока все. Находимся на Мальте. Этот номер стоит 20 евро в центре города, такого студенческого места, которое называется Сан-Джулиан. Сейчас я вам еще покажу, что у нас на улице творится. Как выглядит. О! Ничего себе, смотри, здесь какие движения.
Ничего себе. Вот это мне нравится. От этого я не ожидал. Это нормальная тема. Интернета, конечно, нет в этом отеле. Интернет есть внизу. Интернет очень-очень плохой, просто ужасный. Стоит он 2 евро, кажется, в час он стоит, что-то такое. Но интернет ужасный, просто невозможный. Вот видите, здесь даже соседние помещения, поэтому окна надо, двери надо закрывать, если уходишь. Конечно, если у тебя есть что украсть. Если ничего ценного нет, то можно и не закрывать. Такие дела. Вот такой город Сан-Джулианс. Вон там пляж. Кстати, вот на этом пляже убрали, потому что недавно, когда мы сюда приехали на Мальту, то этот пляж был ужасно грязный, и на нем невозможно было находиться. Он вонял из-за этого мусора, который находился. Но сейчас я вот смотрю, сделали они уборочку, и кроме этого сделали не только на этом пляже уборочку, но и на самом большом пляже на этой Мальте, который находится в другом месте, Мелеха называется это место. Там тоже они все убрали, все красиво сделали. То есть как бы уже начался здесь, скажем так, сезон для купания, для туристов. Вот так вот. Также в этом отеле есть бассейн. Бассейн, в принципе, хороший, нормальный такой бассейн. Могу сказать, что 20 евро за этот номер, в общем-то, недорого. Но единственное, интернета здесь нет, поэтому здесь долго задерживаться не будем, просто из-за, скажем так, относительной безвыходности. Так, пока все, смотрите Анзор ТВ, двигаемся в Голливуд, солнечную Калифорнию.